Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и это Metro Exodus, или Metro Exodus, или как угодно называй, а она вот еще вроде как не вышла, а вот вроде как уже есть, и выходит видео в нестандартное время, но такое бывает, когда какие-то горяченькие эксклюзивы такие, эти, не эксклюзивы, а горячие такие, знаешь, игры, там, доступ этот ранний, короче, и там эмбарги всякие спадают, и я такой, опа, и вот, пожалуйста, оно вышло, метро. Короче, у меня для вас две новости. Одна из них это то, что играть я буду на видеокарте GeForce RTX 2080 Ti. Ты представляешь? Это NVIDIA. Мне, собственно, видеокарту эту дали, подарили. И, соответственно, как раз-таки к выходу в метро, в которой эта видеокарта покажет, должна показать, может показать себя вообще в полной мере, в принципе, мы будем, собственно, на ней и, так сказать, катить на этом поезде. Не на поезде, а поедем на видеокарте по всей игре. Поедем. Бляха, опять русский язык на английском запускать. Ну ладно. А об этой видеокарте я расскажу подробно, сильно подробно, много умных слов будет в конце этого видео, поэтому не вздумай выключать его в конце, иначе я тебя найду и заставлю посмотреть полностью. Там очень умные слова, их нужно будет обязательно послушать, понять и разобраться, потому что на самом деле все очень и очень интересно. Короче говоря, многие, наверное, знают, что игра доступна на ПК эксклюзивно в Epic Store. Соответственно, если кто-то не знает, что такое Epic Store, это свежий новый магазин с играми, который забирает маленький процент с разработчиков, поэтому если вдруг ты хочешь поддерживать разработчиков, то игры нужно покупать в Epic Store, потому что там гораздо меньшая комиссия. В принципе, в будущем это дает возможность снизить цену на саму игру, так как разработчики могут понять, что типа комиссии меньше, а значит мы можем продавать игру дешевле, и как бы для нас с тобой персонально и эксклюзивно это все дело может стать выгоднее. Кроме того, я сейчас что-то там в настройки войду, в Epic Store каждые две недели раздают бесплатные игры. Не всякие там какой-то трэш или херню какую-нибудь, а нормальные игры. Была Сабнафтика, было исчезновение Итана Картера. Сейчас, по-моему, как раньше называется, Axiom Verge. Это такая, знаешь, одна из лучших, по-моему, на текущий момент Metroidvania, в принципе, в игровой индустрии. Если не знать, что такое Metroidvania, то это как бы игры, в которых ты не можешь пройти дальше, пока не сделал что-то другое, вернулся, короче говоря, назад, вперед, открываешь новые способности, оружие, прочее. Короче, она стоит, по-моему, рублей 800, но сейчас можно получить бесплатно и очень долго в нее играть. Короче говоря, ссылка на метро в Epic Store будет в описании под видео. Про Epic Store я вам рассказал. Сдвигай, заходи, регистрируйся, если вдруг не зарегистрирован, потому что, если, например, играешь в Fortnite, у тебя должен быть аккаунт. Забирай бесплатные игры и... Кому не нужны бесплатные игры? Так, я сейчас разберусь в настройках, потому что что-то мне сказали, что выбрали какие-то оптимальные настройки. Секунду. Короче, я настроил все красиво, сделал как положено. Записал первую серию. Я молодец. Записал первую серию, и у меня похерился и прохерился, я бы сказал так, звуковая дорожка игры. И, о чудо, я не записал его вторым способом, чтобы был запас. Поэтому я не скажу, что, конечно, я сильно расстроился. На самом деле я расстроился, потому что, блядь. Потому что, ну, как бы... Ну что ж теперь поделаешь, серию с говнозвуком я выпустить не могу, потому что, ладно бы он был просто говно, но он есть, да он как из жопы, поэтому придется как бы все это еще разочек, вот эти вот небольшие, так сказать, минуток 50 прожить снова. Ничего страшного, да, я уверен, мы начинаем на обычном, как бы все хорошо, я тебе спойлерить ничего не буду, рассказывать ничего не буду, потому что... Да, ну так нельзя. Я типа посмотрел, тебе такое расскажу. Не, так не будет. Короче говоря, сразу хочу... Я помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса.
Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Это, насколько я понимаю, показывают нам события, которые случились до... до того, как начались игры метро, потому что игры метро мы с тобой проходили оба и первую, и обе, и первую, и вторую. Если что, есть на канале, собственно, посмотри. Это видео выйдет в 00:00 по МСК, поэтому у тебя будет целая ночь после просмотра этой серии, чтобы, так сказать, досмотреть и посмотреть. 7 миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению... Война не убила наших старых привычек. Поэтому у тебя есть вся ночь, если тебе вдруг нечем завтра заняться, чтобы посмотреть прохождение первой... Во тьме туннелей наши пороки разрастались как плесень. Или второй части. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Вот. Потому что вот это все мы уже примерно видели. Все это метро, все вот эти, как их называют. Я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Вот. И когда-нибудь мы его в любом случае найдем. Сбивает меня эта заставка. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Приехали. Наконец-то мы приехали. Так вот, о чем я говорил? О том, что если ты не смотрел прохождение первой и второй части, то посмотри, найди его на канале. Оно там есть, за исключением одной серии. Я не помню, в каком именно прохождении, либо в первой части, либо во второй. Выпилилась одна серия. Ее нет. Ее не существует. Она пропала, она удалена. Что? Почему? Зачем? Какого хера? Я не в курсах, если честно. Я не знаю. Поэтому вот как-то так оно получилось. И, может быть, кто-то ее где-нибудь когда-нибудь перезалил. Я бы скачал и залил бы ее по новой, но... Но я не знаю, где ее взять. И я не знаю, есть ли она вообще где-нибудь, кроме наших с тобой голов. Кроме наших с тобой памятей. Кроме наших с тобой воспоминаний, впечатлений. Где-нибудь там. Может быть, кто-то записывал это все на бумажку. Транскриптировал все, что было в этой серии, в письменный вид. Уж не знаю. Может быть, кто-нибудь и такой херней занимается. Но я не могу ничего с этим поделать. А мы тем временем лезем в колодец зачем-то. Типа, знаешь, внезапно. Внезапно мы были на поверхности. Искали надежду. И тут Надежда сказала: нет, Артём, ни сегодня, ни сейчас, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Пиздуй-ка ты опять в эти мерзкие, гадские, подземные, сырые, блядские места. Там тебе, собственно, Артём, самое место, там ты живешь. До свидания. Надежда, ухожу. Как-то так примерно это все и было.
Ну ладненько, ладненько. Зато могу я тебе сказать, что стрелять я буду в этот раз гораздо лучше, и у меня уже заранее настроена чувствительность, что в принципе замечательно. Пошли. Пошли. Короче, я так понял, что вот эти вот цихворки, которые появляются, а фонарик, блин, знаешь, чё охота? Чё охота, охота, чё, бляха. Как только будет первая же возможность, я перезайду в игру на английской раскладке. Потому что русская раскладка, это, ну, это так непривычно. Это так просто обосраться, это так просто невозможно. Вот я не знаю, я знаю, где находятся русские буквы, когда я печатаю на клавиатуре. Но когда я играю в игры на клавиатуре, такое чувство, что у меня просто отшибает нахуй всю память. Я не знаю, где находятся русские буквы на клавиатуре. Я, это уже, понимаешь, годами отработанная привычка, годами отработанные навыки. Это рефлекс уже, понимаешь, это рефлекс, это инстинкт. Если есть буква У русская, то где она? Оказывается, это всего лишь буква Е. Е использовать, взаимодействовать. Практически во всех играх все одно и то же. Как только будет сохранение, а я знаю, где оно будет, я мгновенно перезайду в игру и, соответственно, зайду на английской раскладочке, которая будет мне показывать нормальные буквы. Не Е, точнее, не У и Д, а Е и Л. И все сразу станет нормально, все сразу станет на свои места. Ух, не знаю, я, по-моему, где-то уже об этом говорил, что как бы, ну, это просто выбивает из колеи. То есть ты такой всю жизнь играл, играл, играл на английской раскладке, а тут на тебе русскую, говорят. Ну, ни хрена себе ты думаешь, вот это обосраться. Как так вообще можно? Как так вообще можно? Кто, брат, сюда не? Кто? Да чай! Эй, как кто это вообще придумал? Блять! Ой, мать. Я чувствую, я мало чего запомнил. Я мало чего запомнил из того раза. Ну реально. Хорошо, ладно, я попытаюсь об этом помнить теперь. Больше понял. Серьезно? Да, тварь, окей. Какого хера? Я же это уже типа. Сука, страшно. Страшно спокойно. Че еще? Кто еще? Не знаю, кто еще. Так, У. А, У цвет. Где-то тут У, это патроны. А еще где-то есть дневник? Нет? Серьезно? Ты что, издеваешься надо мной? Ну-ка нахуй не обманывай меня. Серьезно? В смысле? Здесь был дневник! Я тебе блябут, здесь был дневник. Здесь был дневник о том, как чувак писал, как они сюда приехали. У них там кончился бензин, у них там что-то еще закончилось. И, короче, они типа... А может быть, где-то это есть? Находки. Дневник. А, так они уже... В смысле? Так они типа считаются найденными, что ли? Да ну это бред, я же начал новую игру, какого хера. Короче, приехали. Пока все тихо, видели только пару крыс. Ребята разгружают дрезину, 12 августа. На старые блокпосты народ не хватает. Коля погнал за второй партией, а мы пока будем держать только перрон и гермоворота. Михалычу там еще прохожие черти сколько возиться, все приржавело намертво. 13 августа. Пристрелили пару стражей. Подкрались под эскалатором, сволочи. Привод, кажется, издох окончательно. Михалыч ничего не обещает. Фильтров маловато, надо скорее что-то решать. Скорее всего, заварим пока проем листом железом. Дальше будем думать. 14 августа. Наверху огромная стая. К нам пока не лезут, но все равно. Коля привез автоген, но работать невозможно. На малейший шум сверху сразу вой. Ставим растяжки. Я примерно это попозже буду зачитывать. Я примерно помню, где я их находил, поэтому... все будет нормально. Я не буду гнать вперед паровоза. Так вот, нужно обязательно перезайти. Перезайти на английской раскладке. Тихо, спокойно, я говорю, тихо, аккуратно. И сюда, сука, на, хедшот. Ты понял? Короче, когда появляются двойные вот эти цельки, это значит хедшот, это значит красава, это значит молочек, значит нихуя себе. Посмотрите, как он стреляет. Какой классный парень. Это про меня все говорят. Это про что? Это все говорят про... Что это? Он походу, делал по-пионерски, потушил костер. Тихо. Я такой херни не видел. Ну и ладно. Ну и ладно, подумаешь. Главный раз, сюда! Пошла нахер. Пошла нахер, шавка, я сказал. Они такие плюгенькие, они такие слабенькие, они такие тряпочки. Или просто я такой снайпер охерительный, ну как бы. Одно другому не мешает. Я снайпер, а не тряпочка, все нормально. Все нормально, все логично.
Не, пацаны, даже не думайте. Даже не думайте, пацаны, это не для вас. Это не для вас, пацаны. Иди домой. Иди, иди. Иди, я тебе говорю, это уже не первый раз. Иди домой, залечи глаз, навяжи себе повязку. И все будет нормально. Думал я, выебываясь. Ну. Вы ко мне пришли с обеих сторон. Такие веселые нынче времена. Очень злые собаки. Очень злые собаки. Я немножко охереваю, почему здесь людей зовут так по-разному. Слышишь, князь, Дамир и идиот. А что это, блядь? А почему? Почему чувака называют идиот? Мне кажется, он не согласен с таким решением. Кто дал ему такое погонял? Идиот. Все, короче, ты будешь идиотом, понял? Я буду князь, это Дамир, а ты дебил. Чего, блядь? Какого перепуга он согласился? Я бы на его месте не соглашался реально на эту хуйню. Вот не соглашался бы и все. Ну так нельзя. Ночь на станции. Но врачам я сказал. Понял, понял, открывай тогда. Вперед! Могли бы уж его просто говножуй ебаный назвать. Эй, ты чмо ебучая. Иди сюда, говнополз. Члена лиц какой-нибудь, я не знаю. Почему просто идиот? Это же слабенько. Если уж хамить человеку, так надо сразу. Налево, через площадь. Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тут. Эй! А ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! Пусть учатся защищаться! В метро слабакам не выжить! Охрана, подъем! Держись, Тёма! Сейчас мы тебе вольем свежий спартанский. У меня, короче, с трех прохождений Детройта теперь голос вот этого вот лысого ассоциируется исключительно с тем этим. С тем большим негром, вот который огромный с нами ходил. Я не знаю почему, я теперь в рекламах, короче, слышу этот голос. И вспоминаю его. Почему, типа, бляха, почему он так приелся? Я не знаю, возможно, я, типа, раньше не замечал этого голоса. Но он такой теперь везде, просто этот голос существует. Во всех играх. Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ну-ну. Ты меня окончательно сосвету жить решил. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Думаешь? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Такой хлыщ, блядь. Ты из ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Кто-нибудь другой. А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Нет. Ну, скоро увидимся. Нет. Даже не думай об этом. Даже не думай об этом, мать, ни в коем случае. Их последний разов. Здравствуйте, доктор. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым. А вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Да, есть такая хуйня. Но это как скажу бы... Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете?
как бы прикол в том, что, типа, ебать, он такой наглый. Людям реально, типа, не хватает крови, там, переливать им нужно. А какой-то хуй постоянно ходит на поверхность. Занимается какой-то хернёй, и на него постоянно приходится тратить кровь. Это же не очень хорошо. Я бы даже сказал, плохо. Да, пацаны? Алло! Пацаны! Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Алло! Во! Обратите на меня внимание, пацаны. Да, Артём. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто, а вот сейчас... Это вас ни на какие мысли не наводит. Хотя поступайте, как знаете. Это... ваша жизнь. Это ты правильно, конечно, сказал. Правильно. Да не лезь нахуй ко мне. И выход из него искать нужно. Но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Вот это тоже молодец, хорошие слова говорит. Тем более, что ребята из Ордена в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции? Решать, конечно, вам. Но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. Ну только тебя не позвали, представляешь? Тебя не позвали, потому что не въебывайся. Сиди, не вы. А, кстати, нужно было здесь в игру-то зайти. Нужно... Ну ладно, сейчас хорошо. Сейчас прям... Сейчас 5 секунд, и все будет нормально, да? Мелкий! Здорово! Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Да без проблем, я ж придумал, куда тебя возьму. Мы возьмем его тупо отвлекающим маневром. Он маленький, удобно в карман положить, в портфель. Артём, сколько можно? В одну самого крыша поехала. Так хоть и ему голову не морочь. Не смей. Ладно, окей. Ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может. Ну он слабенький, значит. Ну почему ты такой жестокий? Как ты можешь, а? Так, ну что ты, блядь, ты подумаешь, ёпты. Да, кстати, да. А находки, дневник, амбулаторная карта. Черный Артем. Дата рождения 31.03.2009, группа крови АБ4РH+. Дата поступления третий раз уже. Диагноз рецидив ЛБ, легкая форма ориентирования дозы 1.5 грамма, прогноз благоприятный. Лечение гемотрансфузия 0,5 литра ЗНД, калии и иодиум. Внутрь постельный режим, запретить выход на поверхность на год минимум. Они такое чувство, что просто со мной все сговорились, суки, друг с другом. И не хотят меня никуда выпускать. Секунду. Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете. И в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Что мы не обречены доживать свой век под землей. Но мне не верят. Я чё такой удивлённый? Я такого не слышу. Нихера себе. Но я помню, что во время загрузок он постоянно что-то читал, постоянно что-то говорил, постоянно что-то произносил. Чувствуешь родные буквы? В смысле эти вот. Знакомые. Удерживай Е написано. Я его, собственно, удерживаю, и всё нормально. Ладненько. Давайте, пойдем. Удерживать Е я нажал, и хорошо. Очень сильно знакомо. Ебать у чувака там, смотри, короче, шарики жонглёрские вообще тупо не летают. Я ебал, что это за магнетизм такой. По-моему, они немножко ненатурально как-то. Что-то как-то. Может быть, они магниты реально какие-то. Я не знаю. Здорово, пацаны, блядь! Эй, Артём, конкретно! Ха-ха, такие херы. На радость тебя меня видеть, да-да-да. Как ты, дорогой? Ну, песня играет какая, я ебу. Да ладно. Как в этом, блядь, брат 2 какой-то у нас тут творится, прикинь. Веселуха просто пиздец. Ах, такие радостные. Здорово. Эй, Сэм.
Тут и Сэм. А ладно, тебе старый нос. Ой, да не дает с вами попухать нормально, посидеть, чтобы эх! Да. Окей, Сэм, не как в прошлый раз. Я как в прошлый раз не буду, потому что в прошлый раз проебался звук. В этот раз я думаю, что все будет хорошо. Типа того. Можно, кстати, даже вот так вот сделать. Смотри-ка, ну-ка, секунду. Пока ты ничего не видишь. Раз, смотри-ка. Опять Опа. Тишина? А, типа. Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиметр щелкает. Ну, типа, почему бы нет? Ну, запасной вариант. Я, кстати, его опять не нажал. Зачем? Почему бы? Да еще эти вот красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Да толку, ты не молчит, ищешь, не борешься. Потому что умер. Ты не ищешь, ты не борешься, мать, соберись, блядь. Соберись, говорю, не надо вот этих унылческих настроений. Все, должно надо верить в лучшее, понимаешь? Загулялись мы, пора да. Фильтры менять. Окей, Т, наконец-то, блядь. Давай быстрее, нам лишние рентгены. А то до этого писали Е, а Е-то знаешь что? Взаимодействовать. А потому что даже было русскую Е нажимать. Если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне... Ты тут все руины уже облазил? Да, я, кстати, да, бегал там в соседней комнате, там их и нет. Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Тут, короче, от нее лучше не отходить, потому что нихуя не слышно будет. Тут наверху жизни нет. Метро наш единственный дом. Ну вот ты опять, ты смотри, у тебя вот эти опять упадческие какие-то настрои. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Да не хочу, я хочу лес. Квартиру обещает. Берег, море. Потому что если не мы, то кто? Ой, понабралась, блядь, от старого хуеты-то всякой. Со своей кухней и душем. Да, хуюшем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Давай быстрее, она трещит. Осторожней. Окей. Выдержала и ладно. Пошли, все. Не пускают меня. Черт, слышал? Слышал, да. Но это же всего лишь скрипы. Ну как бы мы холодная зона, тут все, блядь, на соплях держится. Все сгнившее, тухлое. Что ты переживаешь? Не переживай, нормально все будет. Слышал, да. Слышал, да. Ну я же тебе говорю, ветер. Мы сквозняк, понимаешь? Это банки. Банки, сквозняк, сюда, блядь. Надо не ссесть, нормально. Все под контролем, мать, не ссы. Великий старь, я какую ебу сейчас тебе-то кто? Где? Yeah! Конечно. Я ж снайпер, я же это, знатный. Пишу. Умнеют, эволюционируют, а ты что хотела? Ой, бля. А ты думаешь, ты одна такая умная, что ли, эволюцию-то она осознала? Они тоже не тупые, тоже... Ой, блядь, какой страшный. Такой весельчак сидит такой. Они тоже умные, мать, не ссы. Они тоже много чего умеют. Они, видишь, они умеют ходить, бегать, нападать умеют. А ты вот только стрелять научилась, и ну, деть мне тут. Ну, пойдем домой. Артём, ничего нет, этого не существует. Артёмка, блядь. Тут нытьё её, короче, слушать. Пошли давай. Чё-то она так быстро в этот раз прошла. А то у меня дает. В прошлый раз она полдня, блядь, шла. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Пойду рядом, она ничего не слышит, что она говорит. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный. Твари те же, что и везде. Ну, мутят. Куда? Что такое? Блять! Ой, твою мать, ты что, охуел? Какой понеслась? Ты чё?
Ты что, блядь? Они в прошлый раз просто пробежали! Ты что делаешь, мать? Ты нахуя контор... Ты зачем контору палишь, блядь? Идите, твою мать, я перестал! Они у меня в прошлый раз, блядь! Убей его, хуй ты смотришь! Да ладно! Тут есть выбор! Тут можно, короче, было просто просидеть за машиной! И в прошлый раз я просто просидел за машиной! Ты нахуя меня спалила? Потому зоны запретные объявили. Ну, раз тут стаи такие здоровые. Не исключено. Сука. F. А, все, F8 режим фотографирования. Что так? Что? Что? Минута до противогаза, я понял. Я пытаюсь найти что-то свеженькое, записки там или что-то. Может быть, что-то я где-то не увидел. Ой, блядь. Херня такая страшная, как будто чужой какие-то лапы тебе такие пускают, а это хуйня от этого, от трамвая, чтобы провода цеплять. Они такие, говорю, болтаются, как змеи, какие-то, ой, как цапнет, ёпты. Как цапнет, бляха-муха, нажмите Г, окей. Заходи, мать. Черт! Это прям беспредел какой-то. Давай. Я не ожидал, что они меня нападут, я прятался. Я как стелсовый великий агент. Ну, блять, кривоногий-то, а. Ну как с таким персонажем вообще быть великим стелсером? Как бы... Да, тут каждая снежинка все загнивает, закрывает, ничего не понятно. Ну, блядь, это опять страшная эта херня такая. Она реально такая страшная, она прям как будто следит за тобой. Надо противогаз менять. Что за черт? Артём, ты тоже видишь? Да? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Нет? А ты что думала? Нормально ты, нет? Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда же? Так, от монорации перешли, да, вроде? Пошли, паровоз, блядь. Поехали! Конечно, ебать, поезд из ниоткуда. Живут, короче, 100 лет в метро. Думают, никого нет. Здорово, пацаны! Здорово, пацаны, как дела? А не желаете ли поебальничку мне прописать? Такие, слышь, вообще непонятно, что это за черти, блядь. Она сказала, что это наши из ордена. Но наши из ордена друг друга бить не должны, иначе у нас очень хуёвый орден получается, где каждый друг друга бьет. Разобрались бы сначала, уроды! Да Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Это синонимы, ганзовцы как козлы, ну это одно и то же. Тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Чудеса-то какие! Похоже, эти москвичи, блин. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь... Ох уж эти москвичи! Они думают, да, они, блядь, живут, думают, за МКАДом жизни нет, блядь. Думают, вот, МКАД внутри есть жизнь, а дальше пустота, блядь. Я охуею над тобой, мать, эй, ты чего? Я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните! Ёбаный в рот, там дышать нечем! Там противогазы не понадобятся. Наск! Вообще ни за что получил просто пулю в лоб. Дурак, а мог бы жить дожить. Поехали. Пиздец неадекватный, да? Я чё-то вообще не понимаю, какого хера? Если их осталось там всего 50 тысяч, он сказал в начале. Типа вот, а совсем мало народу осталось. Почему они просто так убивают людей? Люди это как бы ценная вещь, ну... Это как бы, ну, типа, их ценить нужно. А они просто так берут, стреляют во все подряд.
Охуевшая солдатня. Вообще трататули все попутали, в конце-то концов. Бабку ни за что завалили, блядь. Просто ни за что. Бабку и внука, кто там? А, нет, подожди, это отец и сын. Отец и... блядь, у них ушел. Это, короче говоря, мать и сын, которые батю ищут. А это летающие крысы. Просто большие летающие крысы. Если они захотят есть, то тебе лучше рядом не находиться. Потому что они кого-то жрут там впереди, они жрут грязь. Или человека. Но что-то они явно жрут. А это портсигар. Ну или аптечка. Кому как. Кому как. Я нажму букву Q. Q и аптечку применю. А здесь я где-то, кстати, находил записку. Вот еще я вспомнил. Записка, секунду. Я прям даже помню, какая. Вот это. Да, смятое письмо. Серёнька, нормально добрались. До самого Раменского можно нормально доехать. Главное, шоссе не суйся, там хрен растолкаешь. Оттуда, понятно, уже пёхом до самого МКАДа. Тут жизнь ключом. Настоящая армия. Морды в три обхвата. Нас в фильтрационный лагерь везут. Но что там нас фильтровать? Пару дней посидим и к работе приставят. Конвойные говорят, рук не хватает. Короче, все бросайте, давайте сюда. Письмо передам, как смогу. Папа, отец. Это, собственно, вот они его, скорее всего, и искали. А их только что убили. Просто, блядь, на ровном месте. Чё они их не довезли? В чем они виноваты? Г. Кстати, на русской раскладке звучит логичнее. Там появляется буква П. П — протереть. Как тебе такое? Может быть, игра специально под русскую раскладку разрабатывалась? Типа П — протереть. А У — это убыстрить или пропустить. Ну, короче, реально, П — протереть, все подходит. Я побежал. П — побежал, П — протереть. Я уже здесь. Я сейчас поезд догоню вручную. Поезд догоню ногами, без каких-либо этих. Просто, блядь, ногами догоню. Я очень быстрый. Я сверхчеловек. У меня есть портсигар-аптечка. У меня есть... Что? У меня есть суперсила. Супербег. Я Усейн Болт местный, понял? А Усейн Болт, кстати, еще вообще жив, нет? Ну, я и понимаю, что он жив. Он бегает. Бегает, прыгает, потому что хер его знает. Бля, хотел лазание по этим метро, вот эта грязь, вот эта сырость, хуета, маняет мокрицами всякими. Фу, блядь, трупы разлагаются здесь, животные какие-то мутировавшие, короче, жопа та еще. Я бы на самом деле на его месте здесь противогаз не снимал, но... Видать, стражи прорвались. Хана, рабочечка. Держи выход на мушке, что полезет палец. Окей. Видал? Сюда можно, короче, вылезти, но хуй-то там. Внимание! Включение поворотного круга. Кто-то вылезет, пали. А я и дурак, у меня есть мозг. Кроме сверхскорости бега, я еще и мозгом обладаю. А мозг мой не подсказывает. Не ссойся, блядь! Не ссойся, они тебя убьют. Расстреляют любого. Это поезд. Точнее, это этот паровоз, который работает на пару. Парогенератор, блядь, какой-то. Окей. Это Ермак. Знаешь, почему в Mortal Kombat нет больше Ермака? Его перекупили в метро. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Потому что в метро ему удобнее. Там его все бьют, а здесь он нормальный. Да ладно тебе, дед, не кряхти. Все нормально все будет. Блядь, дед переживает, переживает дед. Тварь небось, страж. Да прекрати ты, старый, ёбаные глаза разуй животное, я, смотри. Человек? Ну? Что ты какой буйный? Как вы... На картах пролез на четвереньках. О, господи, так это она про вас кричала. Ну, конечно, про меня, кто же сюда будет кричать-то? Живой. Да есть. Вы за ней? Ну? Занькой, да? Да, занькой. Я помогу. Конечно, конечно. Хоть какой-то толк с меня. Бля, дед стукач просто вообще без этого. Возьми. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Конечно, получится. Стелс.
Идемте, только не спешите. Бляха! Знаешь, как чё непривычно, чё? Вам на свет лучше не показываться. Да. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Бля, он, наверное, имеет в виду, что я страшный стал после падения. Сука, я был такой симпатичный. Потом мне дали по ебалу, закинули в пруд, и я теперь страшный. Обидно, дед. Я ведь был с главным тут красавчиком вообще-то. Он говорит, иди свет выключи, не могу на тебя смотреть, бля. Не спешите. Понял, понял, не спешите. Не вставайте. Да понял я. Тише. Сам не пусти. Видите лестницу? Вижу. Тихонько подберитесь к ней. Без проблем, я пошел. Я это уже делал, дед, хорош. Ни в коем случае вообще никакого света. Нинла, стену держусь, блядь, как рептилия, нахуй. Да Ермак, а я рептилия. Я сливаюсь со стеной, дед, меня нет. Нет меня. Ты меня не видишь. Я пошел. Блять. Ермак рептилия. Мы с ним подеремся потом. Может быть. Я не знаю. Серьезно, как можно было назвать человека Ермак? Я думал, что это чисто название одного персонажа во всех играх, в принципе. А тут нихуя, представляешь? Тут есть, короче, дед Ермак, стукач старый, который просто через хуй всех солдат кидает. На самом деле он красавчик, я не спорю. Стойте. Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Да, конечно. Я же тебе сказал, стелс. Чтобы без шума снять часового, подберись с ним поближе. Я, блядь, сейчас вообще в упор, потому что я сейчас зайду в него, он даже не заметит. Слышь, часовой, хочешь поебал? Наска! Знаешь, почему он ему первый раз в поддых дал? Чтоб дыхалку перебить. Потому что он, а вот тут хуяк дыхалка. И все, он сказать ничего не может и мертв. Все, дед, красава. Чего такое? А, идемте. Да, иду, все. В смысле? Чего это? Не понял. Вообще не понял нихуя. Что случилось-то? Что это было? Здесь, блядь, можно проиграть, что ли? Нихуя себе! Чего? Стойте! Придется вам его вырубить, сумеете? Да конечно, я уже так делал! Да и ползи ты, ёпты! Чё-то я, кто меня застрелил-то? Я думал, это чисто скриптовая практически хуйня. А здесь можно про... Внезапно, окей, ладно. А здесь, оказывается, можно прыгать, не пизди. Так? Так, идемте. Все, окей. А что случилось-то? Погодите. Стойте. Я считаю прям в панике. Вот ведь прямо сюда смотрит. Да козел, ну. Двери нужно. Ну, блядь. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Дед такой, отлично, короче. Теперь кидайте. Дед такой паникер. Так, ладно, да. Надеюсь, шум его отвлечет. Конечно, отвлечет, когда он худеется. Давай, дед, иди. Иди, открывай. Дед, быстрее, пока он отвлекается. Давай быстрее. Давай. Открывай. Я сам не умею, походу. Давай, все. Тихо, не бубни. Ты меня тут не пали, нет, мозги не ниби. Удачи вам. Да, конечно, да. Ну вот, дед красава, ты был шпион, блять, партизан. Просто красавчик, взял меня, прошел, провел. Я вот этого не слышал, я просто ворвался на понтах. Нихуя тебе! Ты чисто череп, бля!
ты чё охуел? На, тебе падла, давай его быстрее руби, вали его, падла тварь. Уйди, бля! Охереть, диалоги интересные. Чё-то я, если честно, сейчас нихуя себе много нового узнал. Да, ну, хуй возьмешь меня, я же главный герой, ну чё ты? Не, нормально. Жетон Хантера? Представляешь? Свинец, блядь, чистый. 999 проба. Стулом поебал. Это ж надо было так втащить. Не дергайся. То есть ты понял, да? Идиоты! Да вам теперь по законам военного времени одного расстрела мало! Это широкополосный подавитель радиочастот. Что? Глушилка. Москва не слышит никого. И Москву никто не слышит. Твою ж мать! Все сразу заболтали, слыхал? Ты слышишь, Артём? Да-да, не глухой. Это же пиздос. Ты понимаешь, что ты был прав? Да ходи, я ж тебе про это постоянно говорю. А эти, блядь, мудозвоны глушат здесь все. Сейчас как, блядь, по башке от тебя глушану, понял, придурок? Почему? О, метро. Да потому что война все еще идет. А вы как дети малые. А это типа, подожди, зелененькие, это вышки подавишки везде, что ли? Дай автомат, я завалю его нахуй. Тихо, свои, это Ермак. Это друг мой. Да. Это Ермак. Так, секунду, я здесь находил, по-моему, тоже записку, поэтому давайте ее быстренько зачитаем. Да, вот. Совершенно секретно сложена записка начальника отдела снабжения под Лорелееву. В ответ на ваш запрос от 23.03.03 сообщаю, что фактическая численность личного состава на станциях радиоподавления внешнего периметра по данным 01.02 составила 4786 человек. Из них подлежащих снабжению индивидуальными средствами защиты по особой норме сотрудников ОСО 3857 человек. Технического персонала 723 человека и 206 человек руководства. Куда нахуй столько руководства? Скажите мне, пожалуйста. Все, больше я их записки не ходил. Бежать вам надо. Конечно надо. Вот. Револьвер мой. Оно вместе лежало, я и умыкнул. Да похуй, давай любой. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана. Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Дед мне надо, дед рассказывает, как двоечку прописывать. Вы говорите, вот так, начинай, потом. Вот так, идемте. Вот так. И двоечка пошла, нормально. Кто? Ермак Андреев. Спокойно, спокойно. Бегите. А Ермак это фамилия, оказывается, блядь. А меня не знают, внимания не Андрей обратят. Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Я хуй знаю, кого мне расскажете. Берегите себя. Все, поехали. Начинается шутан. Мы в жопе. Мы на улице. Тёма, мы в стану врага. Подсади меня. Да без проблем, видно, давай. Видно плохо, вьюга началась. Это все хуйня. Тёма, видно хорошо, нормально все. Датчик видимости. На руке есть, да. Не лезешь на свет, заметить тебя сложно. Индикатор не горит. Окей, я понял. Фонарик не включай. Ага. Могут заметить. Индикатор, он там, он ебучая белая лампочка, да? Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Допустим. Я не знаю, как бы, можно ли тут по стелсу проползти, потому что в прошлый раз я просто выебал всех. Просто прям жестко всех расхерачил. Я сейчас стоих же их расхерачу, да? И на. Красиво, понял? Красиво, как охуенно было сейчас. Патроны кончились, спокойно. Таманька, будет меня прикрывать? Нет, сегодня? Ой, в смысле? Блять. Патроны кончились, серьезно? Эх, ебать! А нахуя мне дали пивтомат, пивтомат, в котором нет... А, подожди, у меня же пистолет еще был. У меня же пистолет... ладно, надо было с пистолета стрелять. С пистолета нужно было стрелять. Ну, пиф-пиф, и все, все легли. Пистолет, от слова пиф-пиф, пистолет. Правильно пишется? Пистолет. Я понял. Так, один. Ага. Один автомат, два пистолета. Все хорошо. А, так это глушитель! Бля, а это стрел свой пистик-то, нихуя. Бля, это за... Ёпта мать! Чё патрон здесь кончается? Так, ладно, в упор такой. У меня очень мало патронов.
Попал, не попал. Анька, стреляй, ёбаный свет! Хорош! Хорош! Что это было? А, это мусор. Я выкинул мусор, я паникую людей. Просто так, спокойно. Да твою мать! Кто готов-то? Что-то он не готов, он ко мне идет. Хорош. Все, что ли? Блять, еще один. Я хер, я стреляю тупо по приборам. Куда-то в сторону врага. На, сука. Опять кончились патроны. Да что же будешь делать-то? Для этого тоже кончились? Ебаный свет. О, противогаз. Блях, а что я делать? Мне... О, ножик. Так, вы нашли метательный нож, набрите С, чтобы выбрать. С. Выбрать, окей. А ты реально будешь мне помогать? Или я буду один отстрелять здесь как черт? Хорошо, есть патроны. Что-то мне кажется, она вообще мне не помогает. Ароу! Воу-воу-воу! Чё, заклеить Г? Чё это? Пластырь. Чё бы, блядь, подорожник приложил, хули уж там. Так, ладно, аккуратно, спокойно. Нельзя торопиться, ни в коем случае. Все будет нормально. Все будет четко, просто пройдем. Там где-то чувак какой-то, где он стрелял в меня? А, вижу! Огонечек, огонечек, огонек. Там хуёчек, хуёк стоит. В командном центре произошла диверсия. О! Хедшотик пролетел нормально. Вся не ссыте, затащили по красоте. Да-да-да, мы внутри, все отлично, все хорошо, я жив. Это самое главное. А как его снимать, кстати? Он сам снимается? Подожди, ох, ебать. А как, подожди, а как его снимать противогаз? Я что-то не пойму. Так, управление, клавиатурка. Разное? Нет, передвижение, вперед-назад, спринт-прыжок, оружие, ЛКМ, ПКМ. А, перезарядка, удар приклада, использовать интерактив, спрятать оружие, тап, снять, спрятать оружие. Использовать интерактив, удар прикладом, доп. Оружие. Инвентарь. Сменить фильтр, фонарик, зажигалка, планшет, аптечка, ПНВ, бинокль, часы. А тут... А, противогаз Г. Ну-ка, секунду. А можно снять? А, вон, на Г, окей. А я что-то даже не знал, что так можно-то. Короче. Отвлекли. А прикол в том, что здесь есть стелс. И я это король его. Я специально сейчас тебе покажу просто прикол. Выяснилось долгими пучениями, когда меня здесь выебывали, что здесь есть охерительная кровища, если ебошить просто в упор людей. Смотри, смотри, как красиво сейчас будет. Оно просто разлетается, блядь, везде. Ошметки кровавые просто разъебываются по красоте везде и сюда. Сюда они, сука. Это только охуительный разлет такой красивый прям. Воу-воу-воу. Дружище, ты куда там нахуй собрался-то? Да ладно, все хуйня. Меня заметят, не страшно совершенно. Я всех убил, я сам главный, я начальник. Я начальник поезда, я убиваю всех. Спокойно. Это все херня, где-то там чувак есть. Ой, хедшотик прилетел случайный. Рандомный дурачок такой зашел в хедшот, нормально. Это красиво. Еще один, смотри-ка. Этого можно вообще ушатать просто на пацана. Сука, понял, нет? Вот так-то нахуй. Так, а там где-то внизу еще кто-то, нет? Не знаю. О, хорош. Ничего такого, все спокойно, все хорошо. Все нормально, чуваки, не надо. Блять! Как так-то? Как так-то? Как так-то? Ты че такой дурак-то? Ты че мимо стреляешь? Голова же была! В смысле? На, сука. На, сука, наугад. На, сука, попал. О. Так, а чё, ждём? Чё не лезем-то? На, падла, куда ты вошёл? Как же тут хорошо, кровище разлетается везде! Ты посмотри, она просто везде прям каплюхами такими ебошит. Ой, только так, красиво. Ой, хорошо. Очень классно смотрится, мне прям нравится. Кто-то есть ещё, нет снизу-то? По фонарям ориентируюсь. Есть фонари, значит, кто-то есть. Нет фонарей, никого нет, спокойно. Тихо. Собираем все припасы. Все, которые есть. Иначе будет печально. Чё это? Оп, нахуй. Я же типа этот. Нельзя, чтобы меня видели. Аккуратно. Ага, 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 ага. Куда ты? Вернись!
Надо от них как-то избавиться. Да какая охрана-то, дед? Ты чё? Я всех убил. Человек, кругом полно охраны. Надо с ней разобраться. Это я могу. С какой охраной-то? Не понял. Чё? Молодцы, вы добрались всё же. Какая охрана? Всех убил уже. Здорово, мать. Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я она типа уходила, он и мы... вроде как подготовлен. Я что-то не понимал, не понял ты фразы. Да я без проблем. Окей, допустим. Так, где мой патрон, пистолет-то? Отлично. Отбиваемся, давай. А ты будешь сама стрелять? Нет, интересно просто. Ты умная? Или так себе? Оп-оп, ага. Ну-ка, покажи мне. Оп-оп. Блядь, нихуя себе встал. Не вовремя, не очень хорошо встал, не очень хорошо. Оп-оп. Оп. Оп-оп, спокойно. Оп-оп. Тактическое приседание. Оп-оп. Оп-оп. Голову дай. Вот она. Ну-ка, заходи. Красиво, красиво, красиво. Бля, тактические приседания это хорошо. А, это свои. Тихо, не надо, пацаны, стрелять. Аньку сейчас завалим просто здесь нахуй. Рандомная смерть Аньки. На, сука. Ой, пролетело, смотри, хорошо. Вот это, блядь, дает, пацан, смотри как. Вот это красавец. В кого ты стреляешь? Ага, вижу. Подожди, патрон не трать. Да, блядь, с одним патроном поперся. Дурачок. А ты там стоишь-то, ну. Все, что ли? А еще один. Хорошо. Красиво, замечательно. Так, окей. Бляха, ну я и, конечно, шутерист тот. Еще вообще по красоте делаю. Во всех попадаю, всех убиваю. Да подожди ты, да я эти ящики обыщу. Тут как бы лут. Он мне пригодится, нет? Мне все пригодится. Тут лут, патроны, все дела, поехали. А, тихо, вот тут еще что-то. Ага. Понабрал патронов-то, блядь, понабрал. Красиво, спокойно. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Ладно тебе, ну. На, сука, первый пошел! А эти бочки же взрываются или нет? Нихера он там перебежал, ну как быстро. Че за читерство, блядь? Че за спидхаки, алло? О, что-то взорвалось хорошо. У! Красиво. Красиво, это я натворил. Это я наделал, я молодец. Я всех разъёбываю, как детей. Надо было Рислорджи ставить самый последний. Что-то более легко мне. Я проигрался вообще один раз, это чисто внезапно. Даже не понял, почему. Да, конечно, живой. Что ты, блядь, зомби, что ли, я? Окей! Сейчас приведем. На, сука. На еще. На, минус голова. На, нахуй, на. Куда стреляю, вообще не понимаю. Я стреляю в фонарик. Палишься фонарем своим, палишься, дружище. Все, нет фонаря, нет чувака. Все логично. Отмудохаю сейчас всех. Блять, не пугайте меня так. Ух уж, вот в этих вот взрывах, хуй, вообще ничего не понятно. Кто это? Где? Там дед, нет? В кого ты стреляешь? Пошли поднимем колесо. Вот надо покрутить. Заводи, мать, поехали. Все, давай вместе. Еще немного. Есть. Замечательно. Красиво, четко. Бежим. Вали. Да ладно, пацаны, хорош. Какой вали, о чем вы говорите? Надо никого валить. Давайте честно, нормально тут просидим, да все будет хорошо. Есть. Надо сейчас бы дверь закрыть, чтобы сбоку не стреляли. Вообще бы просто гений бы ты была, Анька. Была бы гением, все равно говорю. Зачем закрывать двери, действительно? Надо нахуя? Противогазы надеть, может, изоляцию повредили. Пиздец, противогаз пластырем заклеен. Это просто генерально подорожника не хватает. Эть, давай, здоровайся. Эть, красиво. Вот это я понимаю другое дело. Граната! А я думаю, что за хуйня взорвалась? А они засунули сюда банку какую-то, флешку закинули, сволочи. База, Оскар.
Понял, база, конец связи. Ой, как да, по ушам долбит. Расход. Машиниста? Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело. Это ты не лезь. Сейчас полковник тебе все разъяснит. Внезапно да, свои. Полковник, тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня! Какого чёрта? Артём! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый полковник, вечер. Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Гнида старая, пиздец! Артёма стреляли! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Какая же гнида! Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Дошло! Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник, да, какая глушилка? Люди из других городов. И тут их всех женщин, детей. Объясню. Все, мама. Отец, что там по железной дороге впереди? Да стой, первым километром! Отец, блядь, ты того же возраста, сынок! Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики, Артём, Санька и моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения мне решать, не имеют. Я нихера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артём, Аня... Это же наших не бросает. Бросай. Если не верю, то кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед. Ух, сука, мать! Тварь! Старая мразь! Падла! Сволота! Спасибо, ребята. Пиздец, отца-то воспитала какого-то, смотри, падла! Тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! Больно. Побил, блядь. Ай. Не надо было так преданно кричать за наших, за пацанов. Пиздец, ну как можно против вас заклеить пластырем? Ну? Мразота! Врал тебе, мне, да всем вообще, всем... А ведь можно было и подохнуть, не зная правды, да, Ань? Ну и бать у тебя, конечно, я охуею над ним. Графин такой, этот, такой, блядь, снежинки видно, охерительно. Погонь на поездах, видно? Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. В противном случае будет открыт огонь на поражение. Ох, сука, сколько же на нем брони навешано. А пулеметов? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все знал. Алёша, не помирай! Алёшка, держись, нормально все будет. Охуел старый, он еще и на нас все гонит, смотри. Порядок, царапина. Ну, тормоза тут ни к черту. Ебать, гнида старая. Пусть думают, мы послушаемся. Это ты правильно решил тормозить, сразу видно, разумный человек. Гранатами мы им только краску поцарапаем. А если изнутри? Грывчатки маловато! Разве что всю топку им засунуть! Давай, шмолковник, разрешите мне! Добровольцев здесь назначаю я! Пойдет Артём! А сори, мразь какая старая! Он хочет, чтобы я там пошел, мне там в жопу надавали! В смысле я завалил? Ты охерел, блядь! Такой мудень, серьезно! Блять, 20 лет никому нихуя не говорил, что глушат всю Москву. И я еще это, блять, завариваю. Я. Некуда там ехать, мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Эх, охуел, черт! Ехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Сам понимаешь.
Это дезертирство! Предательство! Ты охренел, паскуда! Меня предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой и правдой. Кровь пилили! Врагу продался? Они нас дотла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду. Всегда. Я сдохну, если надо. За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида. Артём, рацию не выключай. Будешь нашими ушами, они явно будут штурмовать. Может, по оповещению их команды услышим. Если что, мы время потянем и тебя поддержим. Но, сам понимаешь. Ох и скотина, короче, старая, пиздец, какая же мразь. Короче, на этом мы серии закончим. А я вам обещал рассказать про видеокарту, поэтому сейчас я, собственно, вернусь и подробно вам и полностью о ней расскажу. И если ты сейчас решил выключить эту серию, не вздумай! Не вздумай! Как кричал старый предательский пес, сука, паскуда, тварь такая. Все, сейчас. GeForce RTX 2080 Ti. Вот сюда пока посматривай и попытайся найти здесь все, о чем я тебе говорю. Короче, это RTX, это революционное поколение GeForce. Так я не доживу, да, до сюда? Окей, я понял, я буду стараться. Я буду стараться, если мне хватит времени. Короче, Тьюрин — это архитектура гибридного рендеринга. Все старое, которое было до этого, работает быстрее, плюс новые возможности, которые невозможны были раньше. Используются впервые три типа ядер. Улучшенные стандартные потоковые мультипроцессоры для еще более быстрой работы с растеризацией и всеми остальными задачами. Специализированные ядра для трассировки RT-Cores. Специализированные ядра для искусственного интеллекта, тензорные ядра. Понял? Три типа ядер для каждого отдельного процесса, получается, вот это вот. А RTX — это технология трассировки лучей в реальном времени. Возможность создания картинки фотореалистичного качества. Элегантный способ создания отражений, теней, освещения, отрисовки прозрачных объектов. Переносим, как говорится, фотореализм из всяких там этих мира большого кино, этих блокбастеров, график тут нарисованный, собственно, в мир ПК-игр. В Battlefield 5 внезапно с помощью трассировки были сделаны отражения, а в метро, вот в которое мы сейчас с тобой играем, вот оно перед тобой едет. А здесь было сделано освещение, которое глобальное, не только физически корректное оно, но и интерактивное, и при этом еще и динамическое. То есть все это не просто какие-то вот эти вот непонятные, вот это все заранее заготовленное, а все это в процессе реального времени динамически все это отрисовывается, отражается, затеняется и прочее, прочее, прочее. Кроме того, DLSS, Deep Learning Super Sampling. Я тебе на профессиональном английском повторил как носитель языка. Это, короче говоря, новая технология, которая позволяет использовать искусственный интеллект для улучшения качества картинки в играх. DLSS обеспечивает скорость вдвое выше, чем GPU предыдущего поколения при использовании традиционных методов сглаживания. Алгоритмы искусственного интеллекта работают на специальных тензорных ядрах. Мы с тобой про них только что говорили. Помнишь три типа ядра? Не забывай. Это как экзамен, я потом буду проверять. На тезерных ядрах. Это как раз-таки одна из инноваций архитектуры Тьюринга. Я тебе об этом сказал, ты же помнишь, выше абзац. Поэтому получается ощутимая разница в производительности. В результате игрок, то есть мы с тобой, видим более четкие изображения в играх. Уже 25 игр заявлено с поддержкой DLSS. Между прочим, в метро DLSS тоже есть. Это, между прочим, первая игра, в которой оно есть. Текущий результат не финальный, и будет обновление в ближайшее время. Также еще стоит отметить, что это только одна из возможностей, понимаешь, аппаратного ускорения применения искусственного интеллекта в играх. Сейчас показываются первые опыты того, что можно делать с помощью трассировки и нейросетей в этих самых играх.
Теперь, когда появилось железо, которое, в принципе, поддерживает, и которое умеет раскрыть вот это аппаратное ускорение трассировки лучей и искусственного интеллекта, разные сценарии применения будут расти просто как на дрожжах, знаешь, в геометрической прогрессии. Сегодня придумали одно, завтра другое, сегодня третье. Бляха, а можно сюда вставить? Это буф, и завтра везде. Завтра просыпается, вокруг тебя лучи, трассировка. Везде все вот это стоит. А, не хватало вычислительной мощи, но Тьюринг, между прочим, решает эту проблему. А, GeForce RTX 2080 Ti, я тебе об этом говорил, это флагман линейки. Это самая технологичная игровая карта с большим заделом на будущее. Короче, нет конкурентов и не предвидится в играх сегодняшнего дня, ну и в принципе в играх, которые будут выходить потом, потому что у этой карты охуительно большой, огромный запас по мощности на будущее, как бы, видеокарты. Раньше, знаешь, раньше видеокарты выпускали, если я ничего не путаю. Они сегодня, знаешь, вот она сегодня хорошая, полгода проходит, она уже нихуя не тянет. Сейчас не так. Сейчас, короче, ты ставишь и все, и живешь, и вообще бед не знаешь. Короче говоря, тихо, спокойно, я перезаряжу фильтр. Фильтр тоже слушает меня. GeForce RTX 2080 Ti — это карта для комфортного, ультимативного, ну, в смысле, на ультрах, гейминга. Суперпроизводительность плюс отличные потребительские качества. Она тихая, холодная, и у меня видеокарта непосредственно от самих NVIDIA. Она красивая, она такая стильная. Вот знаешь, вот зайдешь на сайт NVIDIA, посмотришь на карту, на картинках она рисована, вот такая же. Такая же стоит, да, зелененьким горит GeForce написано. Вот. Это все применимо к любой, вот то, что сейчас было выше сказано, применимо к любой карте в линейке GeForce и GTX, и RTX, короче говоря, в любой ценовой категории всегда высокий FPS и комфортный гейминг, ты понял? Всегда высокий FPS и комфортный гейминг, но, опять-таки, естественно, как бы, это нужно думать. Для этого специальные приложения есть, например, GeForce Experience, который поможет тебе без проблем любую игру, которая тебе нужна, взять и настроить ее оптимальными настройками без всяких антиапалайзингов, антихлималайзингов, фришлинаналайзингов. Я тебе про это уже рассказывал. Так вот, кстати, про трассировку лучей я тебе еще расскажу. Полгода назад трассировка в реальном времени не была возможна в принципе. Понимаешь, вот типа, дайте трассировку реального времени лучей. Нет, невозможно. В августе на Gamescom было 30 FPS в 1080p, то есть Full HD 30 FPS. Сейчас уже 60 FPS в 2K внезапно. Работа еще не закончена. С выходом новых игр разрыв с 10-й версии видеокарт будет расти просто очень-очень-очень драматическими темпами, и NVIDIA продолжает работать над производительностью. А сейчас полный список технологий, которые используются в метро. Вот здесь, вот, который я сегодня настраивал перед началом записи, точнее, начал запись и настраивал. Глобальное освещение на базе DXR на картах GeForce RTX. Это я настроил у себя. Улучшение качества изображения и повышение производительности на базе DLSS, опять-таки на картах RTX. NVIDIA Highlights — это автоматическая запись лучших моментов в игре. Все это во всех GeForce'ах это есть. И NVIDIA Ansel, это создание внутриигровых скриншотов, тоже есть много. Где, соответственно, Alt F2 нажимается. А можно, кстати, попробовать? Подожди, Alt F2. А, действительно, смотри. Я не умею ей пользоваться, я ни разу этого не видел, ни разу этого не делал, но... Это как... Ах, бля, это вот так вот, знаешь? Это делается вот так вот. То есть ты берешь, нажимаешь, и типа, знаешь, вот если ты хотел быть фотографом, ну, типа, думал такой, вот такую хуйню эти фотографы снимают, такая гадость, такая глупость, так это некрасиво, все смотрится ублюдочно. То, пожалуйста, заходишь в игру, открываешь шансель и начинаешь искать себе охерительно красивые, я даже не заметил, что это машина, охерительно красивые, интересные, веселые кадры. Фоткаешь, сохраняешь, выкладываешь в общий доступ или открываешь закрытую галерею и пусть тебе платят. Нихуя себе, ты старался, работал, летал, обсматривал. Угол обзора. Короче, все это можно менять, представляешь? Внезапно. Блях, я знал, что она как бы есть, но я особо ей не пользуюсь. Я вообще первый раз ее, в принципе, запускаю. Это выглядит охерительно. Для людей творческих, для людей, которым важна какая-то красота в играх, и все вот это, скриншоты, фоточки. Вот с помощью Ansel это делать можно очень-очень-очень классно и очень-очень просто практически, в принципе. Да. Вот, собственно, и все, что я вам хотел рассказать по этой видеокарте. GeForce RTX 2080 Ti флагман теперь вот есть у меня, и я на самом деле очень сильно этому рад. Мы можем с тобой в метро тащить, играть без тормозов, без лагов, снежинки,
всякие дождинки, трассировочки, херовочки. Все отлично, все замечательно. На этом, собственно, все. Ссылка на плейлист прохождения метро в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Если вам встреча в следующей серии, метро мы ходить будем, естественно. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.